отправиться на 4-5 матчей. Но нет, затем победа 1-0 в Сибири. И уже в Новосибирск серия переезжает. И 4-1 побеждает. Ну и вот эту единственную шайбу именно Зайцев забросил, когда Сибирь победила здесь на арене Омск со счетом 1-0. Вот сейчас Зайцев тут с Нестеровым немного потолкались. Но надо завестись командам. Не без этого. Так, и тут Алексеев пытается выяснить отношения с кем? С Ивановым. Но так крайне не скинуты. Больше пока идет борьба за захват. Алексеев пытается на лед положить своего соперника. Ему это удается. Ну что ж, пока надо этих хоккеистов. Итак, вот еще раз смотрим. Бросок Нестерова. Ну что, тут шайба у Власа. Ну и вот Иванов поехал на пятак. Ну и Алексеев тут, вы видите, немножко потолкался с Ивановым. Ну, Иванов ответил и пошло-поехало. Ну и вот, был тут недавно действительно метеоритный дождь в Челябинске. Но и марсиане даже болеют за «Авангард». Броска Фролов на партнера. Контратака «Авангарда». Фролов! Здорово! И Семин мог отличиться. Какая атака, да. Момент у «Амичей». Посмотрите, Заборский открывается на себя. Внимание берет. И в первом раунде плей-офф континентальной хоккейной лиги Восточной конференции. Помимо нашей встречи «Авангард Сибирь», в 17 часов по московскому времени еще две пары стартуют. И будет получиться за ворота. Волков. Игнатович просто затолкал нападающего «Амичей». Так, ну и что тут? Пошла драка. И опять хоккеисты Сибири, как говорится, сверху. Не понравилось тут Игнатовичу, как Волков выставил руку. И тоже достаточно жестко сыграл. Иванов на пятак, здорово! Ой-ой-ой! Как сейчас не открывают счет «Амичи». Таратухин, по-моему, это был, накатывал на пятачке. Осталось самую малость попасть в створ ворот. Фролов и шайба! Подправлена была Заборским, но нет, Джеффри Гласс на месте. У опасных моментов, то мы с вами видели. И пока на высоте голкипер Сибири. Ну и Вадим Евсеев, известный в прошлом футболист, сегодня присутствует нарушение численного состава. В контратаку бежит Нестеров, может быть, сейчас будет бросать, так и есть! Глаз! Глаз — это класс сегодня пока, вот такой амбарный. Закрыл он свои ворота, замок. И Нестеров, казалось бы, все здорово делал. Но опять верную позицию занимает Джефф Гласс. Они уступают. Иванов. Бросок по воротам. И Джефф Гласс опять в игре. Но не могут, никак не могут подобрать. Секунду и минуту они атакуют ворота Гласса, но достаточно регулярно все-таки бросает. И посмотрите, Волков, как здорово все делал, а? И на него у новосибирцев-то было побольше моментов для взятия ворот, нежели чем у «Авангарда». Опять бросок! Добивание! Раму! Реагирует! В первых двух периодах какие-то комбинации прослеживались у «Авангарда». Вот бросок Курьянова, и что там, штанга? Всего в эмоциональном плане. Да. Ну что, назревает момент у «Амичей». Джефф Гласс. Попадает он в Зайцева, который бросился под этот бросок. Да, два кисков. Новосибирцы очень активно держат оборону. Она подвижная! А вот и Валентенко. Хотел послать Валентинку. Заборский. Заборский.
Бросок по воротам и гол! Как же забыли Семина! Дмитрий Семин ставит точку и Квартальнов повержен. И как памятник сейчас стоял. Белый-белый Дмитрий Квартальнов, да. И все-таки авангард. И все-таки авангард. Давайте еще раз посмотрим сейчас эту атаку. Аплодисменты эти в адрес Сибири, которая здорово сегодня играла. Александр Фролов ассистента. И Томаш Заборский. Ну и Дмитрий Семин, а? Дмитрий Семин! Дмитрий Семин забрасывает вторую шайбу в плей-офф, а не сумел тут помешать ему. Игрок Сибири, это был Евгений Федоров. Ну и посмотрите, а рикошет-то был от конька Заборски. И прям на клюшку. И в пустые ворота уже в шайбу Семин забрасывает. Вот так, только так можно сегодня было Джеффа Гласса переиграть. Отыгран уже был голкипер. И Дмитрий Семин набирает третье очко в этом розыгрыше плей-офф. Забрасывает вторую шайбу. Какая же...